Больше, чем просто социальные сети мессенджер. Правительственная комиссия внесла ВКонтакте в список социально значимых сайтов. В списке ресурсов также числится портал госуслуги. Тему продолжит наш корреспондент. Тот или иной сайт может считаться социально значимым, если его посещаемость составляет не менее 5 миллионов пользователей в день, а также если на нем расположено не менее 5000 аккаунтов государственных органов, государственных СМИ и крупных государственных телеканалов. Сегодня в мировой политике, в том числе в российской политике, развивается очень важный тренд, который можно назвать как информатизация государственных услуг и информатизация государственных органов. Это свидетельствует о том, что действительно государство в определенном смысле заботится о своих гражданах, что это социально ориентированная политика. Ну а для граждан это несомненное удобство и ускорение решения всех проблем. У социальной сети ВКонтакте есть все характеристики социально значимого сайта. Социальная сеть, как один из ярких примеров новых медиа, является неотъемлемым инструментом работы правительственных организаций и государственных средств массовой информации. Хорошо, что государство впервые столь громко, значимо, конкретными решениями признало то, что давно уже существует, 100 лет в обед. Высокая степень влияния социальных сетей и мессенджеров на формирование общественных отношений, коммуникации и так далее. Портал госуслуги и социальная сеть ВКонтакте будут доступны при нулевом и отрицательном балансе. Для операторов сотовой связи, которые предоставляют доступ к интернет-услугам, и для операторов проводной связи, интернет-провайдеров, трафик, то есть объем потребленного контента, большого значения не имеет. Если доступ именно к социально значимым сайтам не будет верифицироваться, то операторы связи и интернет-провайдеры не понесут каких-то существенных потерь. Так что с экономикой данного вопроса, я думаю, никаких особых проблем не возникнет. В комиссии решение прокомментировали следующим образом. Предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.